Всем привет, меня зовут Витя, и мы будем играть в Don't Starve Pocket Edition. Ха. Так, ладно, что нам сейчас надо добыть? Так, цветочки всякое такое. Так, да, вот цветочки нам надо потом. Камушки. Еды надо больше добывать. Что у нас тут? Я надеюсь, то, что мы как бы сможем вообще тут суперски выживать. О! Да, так. Так, ладно. Гарта. А, наверное, не знаю, разговаривать буду или нет. Ну, в принципе, должен. Так, ладно. Буду разговаривать тогда. Нам надо камни найти. Ну, хотя бы будут факелы на первое время. А там дальше поиски продолжим. Но если переживем ночь. Так. Ой. Давайте, давайте, нам ягод надо много, он так уже жрать хочет. Ну, сейчас мы, конечно, это не будем делать. Так, прыгаем на ту хрень. Какая-то пасть акулы нас сожрала. Видите? Вот на это я точно не договаривался. А ну нахрен оттуда.
А просто это не прикольно вообще уже. Так, в принципе, тут камень есть. Так. Да ты ж... Гондон, блядь. Ебанутый. Взял камень, блядь, забрал. Придурок, блядь. Подземный, нахуй. Вот я тебя выкопаю, нахуй, тогда мы поговорим, ублюдок. Так. Ох ты ж, гадина, а. Ты все равно-то ничего не своруешь. Все, это сворую я. Мне это больше надо. Я вообще, блин, какой-то, как... дебилизм какой-то творится. Сейчас надо будет факел сделать, когда потемнеет. А еще венок. Так, ладно, здесь камень есть. Так. Так. Ладно, так сейчас нам главное... не облажать и нормально все сделать. А, ну у меня-то в принципе... А, блин, я просто думал, что у меня нету этой штуки. Все так. Сохранение проглючивает постоянно.
Ай, для чего? Нет, вот это я еще понимаю. Топор нам нужен. А вот для чего вот эта штука? Это мне уже непонятно. Эй. Вот петухи. А, ну ладно так. Яд. Так. Ладно. Надо кушать. Надо кушать. Блин, откуда тут вообще-то лягушка тупая, злобная взялась? Не понимаю вообще. Так, делаем венок. Так, все, пошли. Да. Ага, понятно, откуда ноги растут. Пидорога. Что вообще этой херни надо делать, не понимаю. Так. Все то, что дерево, еще что-то собирать надо. Так. Так. Расти. Расти. Ножки мы потом выкопаем, когда у нас лопата появится. Так. Сейчас главное. Два дня это неплохо. Ты не понял. Эй. Я не хотел никого из вас трогать, блин. Пидры. Ай. Что, они сейчас стреляются, что ли, ими? Харе. Мне так жизни мало, петухи. Я, блин, думал, она мертвая. Хотел ее подобрать, блин. Бить не хотел. Блин, петухи теперь будут за мной гоняться. Что еще петухам делать? Как не гоняться? Привыкли гоняться? Как их называть, петухи, они за всеми бегают, блин. Ну подумаешь, нечаянно ударил. Все, надо летать.
Так. Нам бы... А, ну, как раз здесь. Двенадцать камня. А, это надо мной решили прикольнуться тогда? Не очень весело. Это где, блядь, я тут буду бегать ему нахуй камень искать? Нихуя нет нигде. Ай, пиздец, а? Вот какой-то дебилизм просто. Сейчас за мной дерево живое бегать будет какое-нибудь. Быстрее сваливать. Нам надо больше листьев и лечебку хотя бы сделать сколько-нибудь штук. А то так нас завалит и... Пиздец будет тогда. О-о-о-о-о-о-о! Так, ладно. Камень-то мы нашли. А вот когда луна будет, не знаю, когда луна будет. Блин. Там... Так. Так, ладно, мы поиграем, может быть, сейчас я себе лагерь где-нибудь тут сделаю поближе, к зайцам, помните то место? Вот, сделаю, а там дальше, я не знаю, мы, может быть, будем... Так. Ладно, так. Где?
Блять. Ненавижу, а! Пролагивание ебаное. Будто, блядь, пизда, блядь, укусила нахуй. Бешеная какая-нибудь. А, клады. Давайте вот здесь лаги сделаем. Так, ладно. Вот мне главное сейчас... Отфуил. Так, все. Кушаем. Ой, как жарко. Так, воды для первого. Хотя для первого дня это не очень. Ну, очень хорошо, имею в виду. Золото камня. Но эту штуку придется в следующей серии сделать. Так, ладно, сейчас. Тык. Ну, мы сейчас будем, короче, уже все. Да, хуёво получается. Удачи всем. Спасибо за просмотр. Такие свои. Нет, просматривать не надо. Я не знаю, сколько мы уже снимаем. О, ладно. Так. Еще прям капельку. Всем прям... Да ёб твою ж бабай, укусил, сука. Ага, а золото не в таких находится. Ну что, все, на сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.